Около 6 утра на трассе М5 в районе поселка Радужный в рейсовый МАН Рязань-Домодедово врезался автобус со школьниками Испанинской средней школы. Детей везли на соревнования школы безопасности. Всего в аварии пострадали 14 человек, в том числе 8 детей. Пятеро из пострадавших были госпитализированы. В группе «Подслушано» у водителей в Рязани появилось видео последствий происшествия, которое выложил один из пользователей. Девушка также дала свой комментарий к видео газете «Про город». Моя подруга ехала с мужем в аэропорт на первом автобусе. Говорят, водитель притормаживал, чтобы пропустить котенка. Причем не резко тормозил, делал это постепенно. А второй автобус в него въехал. Все уверены, что в ДТП и погода сыграла свою роль. Был проливной дождь, дорога была мокрая. В результате столкновения моя подруга с мужем получили небольшие ушибы. Она говорит, что они больше испугались, так как дремали в дороге. После аварии они поймали попутку до аэропорта. Много машин тормозило. К проверке обстоятельств ДТП с участием автобуса из Рязани подключился Следственный комитет Российской Федерации по Московской области. Сотрудникам Следственного комитета предстоит выяснить основания осуществления трансфера детей и соответствие правил их перевозки установленным законом нормам.